Падение евро до самого низкого уровня с ноября 2020 года, укрепление доллара и перспективы ужесточения политики Федрезерва будут сдерживать единую валюту. В начале европейской сессии индекс доллара обновил многомесячный максимум. Рост котировок продолжения не получил. Участники рынка ожидают выступления Джерома Пауэлла. Рост доходности американских гособлигаций США создал давление на акции и биткоин. Доходность в последние дни подскочила на фоне усугубления ситуации с поставками энергоносителей через повышение инфляционных ожиданий. Золото остается под сильнейшим давлением со стороны подорожавшего доллара США. В ближайшее время тут вряд ли что-то изменится. В нефти продолжается коррекция после обновления трехлетних максимумов в Brent. Вечерние новости по запасам дадут больше конкретики. Рубль консолидируется после вчерашней качки. Рынок внимательно наблюдает за изменениями внешнего фона.